Так, ну все, заключительная серия. Хотел разбить серию ту, но нет. Я сделал как отдельно, хороший самаритянин. Поехали, Тиджей, быстро 5 кругов с ним, потому что времени совсем мало. Надо сделать побыстрее. Быстро прям очень. Я сейчас... Ну просто вообще. И место я посмотрел. Я не кодировал ту серию. Места там мало. Поехали. Так, с Куртом мы гоняли, по-моему, не было трафика, сейчас есть. Вся опасность этого бота заключается в том, как и у многих ботов, которые выше среднего, в читерстве, ребят, все. И больше ни в чем. Ни в машине, в особенностях там машины, ни в виниле, который у него на нем нанесен, не то, что это сам Ти-Джей едет. В читерстве. И все. В прописанном коде. Каком-то там сраном. Да, я знаю, что этот поворот плохо прохожу, можно быстрее, но не знаю, может не на Лансере, на Мазде можно быстрее. Так, опять начинает, как в той серии, меня тут. Ну конечно, он тоже проехал через трафик, тварь, а какая. Чисто именно к ботам, какие там они есть, лично у меня неприязни особо нету. Потому что неприязнь одна к разработчикам, что они сотворили с искусственным интеллектом. Виноваты не боты, а разрабы. Какие они дураки. Почему в Gran Turismo на PlayStation такого не было? Ё-моё, я взял, скинул передачу зазря. У Лансера еще проблема большая в том, что у него набор разгон, сам скорость не очень хорошая. И максималка не очень хорошая. Честно признаться, вот не в этом Лансере я не знаю, что в нем хорошее. Вот и все. Не знаю. Одни минусы. Про Evolution я могу сказать, что в нем хорошее. А про этот Лансер, ну, у меня язык не поворачивается обозвать его хорошей машиной, прям достойной машиной. С хорошей скоростью там или... Так, тут аккуратная, машину я не вижу. Боже мой, это еще и пятый круг. Ой-ой-ой. Как опасно, а он сейчас поднимется там на полном ходу в горку и все. А я так не умею. Ну да. А мы его замедлим чуть-чуть вот так. Отлично. О, господи. Вот так тебе и по делам. Все, отстань от... Кто там? От Саманты, по-моему. Широких корпусов. Так, тут мне нужен, потому что дальше будет являться неопределяющим. Мантис. Мантис. Не пропускается. Ой, не. Да, все.
спринт ярость Эдди. Мы едем самим Эдди. Поехали, надерем ему задницу. И последняя гонка. Да быстрее, долбанный экран загрузки, он столько времени отнимает. Да, вот он. Очень стильная машина, конечно. Ну, она вообще по... во всем хорошая. Да, он сейчас с таким весом и на полном приводе, конечно же, лучше нас. Смотрите, как он проходит. Вообще ноль инерции. Он просто зашел как... ну... посмотрите, как ускоряется. Без азота просто машина уходит. О, прощай, дружище. Но нет. Посмотрите, с каким столкновением он уже едет практически на той же скорости. Эдди, ты чё так? Ты один из самых... этих самых страшных читеров в игре. Помню, мне рассказывали, что это самая сложная гонка в игре. Нет, это далеко не самая сложная гонка в игре. Кому она показалась самой сложной, я не знаю. Так, и легенда улиц 350Z. Все, последняя гонка, ребят. Я на таймер смотрю. Таймер-то время показывает хорошее, но места на компе у меня совсем нет. И у меня прям, я играю в таком режиме. Видите, все проходится. Так, вот она. Тоже стиль неплохой, интересно, но надо дорабатывать. Трафик. По-моему, его нету. А, нет, есть. 4 круга ада. Этот бот действительно нагоняет очень быстро, потому что я уже 100 000 раз говорил, почему. Только у этого бота эта штука еще сильнее развита. Качап, как там, короче, догнать. Предельная концентрация, едем. Твою мать, а. Как же хорошо шел. Пускать нельзя. Иначе хер догонишь.
сильно замедлился. Офигеть, а. Давненько так не гонял. Вот ошибка была. Очень серьезная ошибка. Да, похоже, это конец. Так, ладно, или поедем. Очень далеко она, блин, 4 секунды. Я смотрю, сокращение идет. Нет. Сейчас уже все, уже рестарт надо делать. Офигеть, как же все очень плохо. У меня очень мало места, я волнуюсь, что серия вырубится и все. Да еще и трасса сама непростая и не короткая. Да, он очень плохо поворачивает. Ой, с запозданием с таким. Затяжной поворот он заходит. Ну, как сказать, угол хреново поворотом берет. Вау. Встретила она маршрутку, по-моему, и сразу же развернулась и едет. Почти так же. Ну, она уже здесь, в парке. То есть, что она врезалась, что она не врезалась. Толку ноль. Так, этот участок я прошел очень хорошо. Но, блин... Я поражаюсь, как же она быстро догоняет, а? Из-за этой... Ого. Как же... А, нет, она зацепилась, по-моему, отрыв пошел. 5,5 секунды где-то отыграл, прям так хорошо. Боже мой, 300 километров в час. По улицам, по этим городским. Охереть можно. Усраться можно, наверное, просто... Ей пофигу, вон она уже за нами. Сволочь такая, ненавижу этих ботов. Тоже неправильно зашел, все. Четвертый круг, она будет как раз за нами. Плохо все, надо, чтобы она где-то коснулась. Не, то, что она сейчас там черканулась, это ну, вообще никак. Так, плохо. Сейчас я ее опять так на хвосте протащу до того поворота, и опять она там считерит.
Нет, я в этот раз делаю так, так. И все. Отлично. Как раз на таймере смотрю, 16 минут серия заняла. Мы победили эту мега читерскую тварь. Посмотрите на скорость, какую она разогнала. Это уже показатель читерства 100%. 99 точно. Так, все, продолжить. Мы прошли Underground 1. И теперь нафиг все эти рейтинги. На Лансере, ребят, все. Сохраняемся и уже будем дальше. Я буду думать, что снять, что погонять или побродить, посмотрим. Но уже мы можем гонять в онлайн. Уже я буду ставить патчи и будем кататься. В общем, всем спасибо, кто смотрел меня, и пишите.